течет. Всем привет, на связи, как всегда, Марти, и сегодня у нас экшен-игра на новом крутом полигоне, которую проводит мастер-группа «Завод». Сценарий предельно простой. Противник засел в двух зданиях, где прочно занял оборону. Наша задача — поочередно захватить их и самим занять оборону там, чтобы уже противник выбивал нас. Какая сторона произведет захват за меньшее время, та и победит. Сегодня я вновь решил выгулить свой любимый АКМ. Посмотрим, сколько фрагов нащелкаю в этот раз. Лупи по углу! Побегай! Вон, вижу! Я его зажал! Один минус! Мартин, впереди дверь! Ребята, группу на прорыв до стены соберите! У меня гранаты есть! Кинуть! Подожди. Ты кинул, да? Я же просил. О, чёрт! А, убегай! Просрала, повезло! Тот редкий случай, когда не сработавшая граната, это хорошо. Там есть кто? Дверь. Непонятно. Держи сверху. Оу! Далеко? Вот так лупит. Из комнаты, напротив. Там далеко лупит, там или нет? За ним. Сняли? Пошли. Работает. Нога. В зданиях много темных помещений, фонарей у нас почти нет, и противник активно этим пользуется. Парни, поддержка нужна! Держи! А, там противник! Убит! Какой-то хитрый суслик снял меня непонятно откуда, возможно, даже через дыру в стене, а вслед за мной и всю остальную группу, так что в этом здании, к сожалению, мы не закрепились. Но это не такая уж и большая проблема. Если учитывать, что у обороняющихся всего по одной жизни, нам более чем достаточно выбивать по несколько человек за каждую атаку, чтобы в итоге победить. Вот такая несложная аналитика. И кстати, аналитик данных сейчас очень востребованная профессия с одним из самых простых входов в IT-индустрию. Аналитики данных умеют собирать и анализировать информацию, а после делать выводы на основе имеющихся данных. И вот за такую работу в России платят от 100 тысяч рублей в месяц, а за рубежом в разы больше. Причем эта работа не обязательно офисная, можно работать и дистанционно, без необходимости куда-либо уезжать. Обучиться данной профессии вы можете в школе Skill Factory. На курсе вы получите знания от экспертов из IT-компаний, которые соответствуют требованиям работодателей. А опыт работы в вашем резюме и портфолио появится еще во время обучения. Программа курса ориентирована на обучение с нуля. Возраст, уровень образования или опыт в IT не важны. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и начинайте обучение. По моему промокоду Марти вы получите скидку в 45%. Проходим. Что у нас прямо? Вон, выглядывает. За зданием справа, гараж впереди справа, выглядывает.
Все, минус, снял. Все, чисто. Ну что, сгоняем в отчаянную атаку? Убит! Забрал еще парочку противников за один заход, а значит наша сторона еще чуть ближе продвинулась к победе. Штурм в лоб не очень удается, поэтому мы решили небольшой группой произвести глубокий обход слева, откуда противник, скорее всего, нас не ждет. Черт, прикрывай! Прикрывай! Ой, пойдем. Кажется, нас не заметили. Пытаемся аккуратно подойти к зданию, где засел противник, и у меня, как назло, резко запотели очки из-за холода и высокой влажности, из-за чего я нифига не вижу. До стены. Ау, убит! Что ж, попытка не пытка, но ничего, минут через пять наши окончательно вынесли противника, и мы перешли к штурму второго здания, которое намного больше, темнее и, соответственно, сложнее в штурме. Слева, из прохода! Зажали нас основательно, тут оставаться нельзя, надо прорываться. На самом деле рвануло явно дальше 5 метров от меня, но все-таки я решил уйти чисто из-за красоты момента. Ну раз по кратчайшему пути добежать до цели не получается, вновь попробуем обойти. Проходим. До угла чисто. Пистон же он посередине. Отбегайте! Справа! Комната справа! Сейчас, куда? Кто же там, вас сейчас заливайте сейчас? Пулеметчик где? Все, оббегаем, вон один пошел. Отбегаем. Пошли. И правый! Че, один пошел, все пошли! Пошли! Магазин! Нам удалось закрепиться у здания, продвигаемся дальше. Слева будет проход почти. Противник заныкался по маленьким комнаткам, а внутри темно, хоть глаз выколи, так что нам предстоит долгая и сложная зачистка. Сейчас кинем гранатку просто. Так, напугать просто. Парни, справа оббегайте, мы нормально тут делаем. Держите, мы в обход, ребята, кто лишний, в обход давайте. Что там внутри? В дальнем коридоре, походу. Что там, нужны гранаты? Просто спугнуть. Есть. А, убит, все. Минус. Ребят, продвигаемся сюда. Здесь успех. Окно держи. Ребятки, заходим.
На правый угол давайте. Держи, 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 держи. Проходи сюда. Держу проход, держу. Жень, заходи быстро в дальнюю комнату. Держу. Далее, далее, далее. Держу. Я перезаряжаюсь, займи угол, угол. Держи. Так, накапливаемся. За укрытие, за укрытие. Все, погнали. Держи, держи, держи. Сверху смотри, сверху. Там не пролезут, там надо. Чисто. Сейчас я им еще покину. Заходим. Чисто. Держим, держим, держим. Нарезаем, нарезаем углы. Нарезаем. Давай, давай, давай. Держу проход, держу проход. Держи, просто держи. Давай, давай. Свет, да? Сейчас еще раз кину. Держи. Хорошо зашла? Ох уж эти противники, которым гранаты нипочем. Есть. Все, пошли. Он влево ушел. Убили. А, убили? А, мертвый, выходи. Держим, держим. Заходим, 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 держим. По периметру. И тут за углом в темном коридоре мы обнаружили два спокойно стоящих тела, которые и не думали в нас стрелять. Сперва решили, что это свои, которые зашли с другой стороны здания, но на всякий случай решили спросить. Эй, парни белые? Парни? А? Белые? Ага. Ни хера это не белые, это синие! А это, кстати, было грубое нарушение. С цветом стороны обманывать нельзя. Это один синие! Лёха, тот, который сказал, да, да, это да. Лёха. Держи, держи, я могу. Фонаря нет, мёртвый. А! О, мёртвый! А вот у противника фонарь есть, и он разом почти всех нас вынес, но не всех, так что в здании мы удержались. К тому времени, когда я наконец вышел из мертвяка, наши уже успели зачистить здание. Так что теперь наша сторона занимает оборону, а противник будет нас выбивать. Так, налево пошли, налево пробегают. Да. Они решили обойти подальше. Потом стрелят. Кроют, кроют. Я через окно смотрю. Я решил пока сильно не подставляться, чтобы не сдохнуть в самом начале, потому что, напомню, у обороняющихся всего одна жизнь на каждую точку. Пока нашу позицию напрямую никто не штурмует, решил сгонять к соседям, проведать, что у них. Свои, свои! Свои, свои! Все, там все норм. К вам к стенке не подпускают, там наши слева, а тут справа. Позиция у них, конечно, классная. Дверь забаррикадировали и шмаляют из окна в 2 метрах над землей. Явно учли опыт штурма этой же комнаты из самого начала видео. Справа, за красным зданием, за красным зданием. Так, лупят, 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 лупят. Так. Не высовывайся. Есть. Хуя, нормально, нормально. Нормально, в лицо залепил ему. И тут в соседней комнате раздался бум. Минус, минус, минус! Походу, нашим соседям закинули гранату через окно. Я слышу, как противник уже выламывает дверь и заходит внутрь.
Все, я закрыл. Дверь закрыта. Закрою-ка я лучше все имеющиеся двери от греха подальше. Правилами это не запрещается, поскольку из помещения есть и другой выход. Все, держимся здесь. Тыл, смотри, могут забежать оттуда. Так, тыл главное крой. Ладно. Ну зачем же так нагло с ноги ломиться в дверь? Закрыто же! Прима! Не сломаешь! Не ломай! Пока мой напарник неплохо держит окно, я решил занять позицию с другой стороны здания, чтобы нас не обошли с тыла, но почти сразу мы его напарника вынесли. Ага, понял. Понял. Что ж, я остался один в полном окружении, а тут еще и в дверь ломятся. Не ломай! Убит! Обоюдка! А эта таранная команда все никак не успокоится. Ну, нахрена ломаете? Все. Ну вы дед, зачем ломаете? Сказали, не сломаете. Все, я вам открыл, считайте, вы сломали. С этой точки меня вынесли, но это еще не конец, переходим к обороне второй. В этот раз я решил не прятаться в темной комнате, а занял позицию прямо на передке на углу одной из построек. Справа обходят! Справа идут! Привод! На всякий случай напомню, что попадание в привод не засчитывается. Парни, на угол! Фух, на метр ближе и пошел бы в мертвяк. Далеко, на соседнем углу, да? Да, без подсумка под сброс пустых магазинов перезаряжаться не очень удобно, но что поделать, это плата за олдскульный антураж. Держи. Тут еще важно удар в спину не проворонить, ведь противник обходит со всех сторон, как и мы это делали, когда штурмовали. Противник подобрался вплотную, пора пускать в ход гранаты. Yeah.
Убит! Как и ожидал, противник снял меня со спины, предварительно выбив нашу группу, что была у меня в тылу, но в целом держались мы тут довольно долго. Если сравнивать суммарно время удержания обеих точек, то наша сторона победила с небольшим перевесом. Ну а на этом все, с вас лайк, подписка на канал, также подписывайтесь на мои соцсети, все ссылки в описании к видео, и как всегда, помните о безопасности и бейте в цель.